Международный турнир по пулевой стрельбе из пневматического оружия памяти Владимира Хатько ежегодно собирает в одном месте как начинающих спортсменов, так и титулованных. Помимо белорусских стрелков, участвовать в спортивных баталиях в этом году приехали и гости из ближнего зарубежья. Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, а также Московская и Владимирская область. Борьба довольно напряженная. Первые результаты первых мест на уровне мастеров международного класса. Наши мастера показывают. Но, в принципе, его можно было бы назвать молодежным турниром. Почему? Потому что 80% участников составляют молодежь и юниоры. Как раз им эти соревнования очень нужны, потому что в Олимпийский год обычно на молодежь мало обращают внимания, все нацелено на взрослых спортсменов, так что он вполне пришелся к месту. Перед каждым спортсменом стояла важная задача – показать свой наилучший результат. Условия для ее выполнения были созданы не самые простые. Расстояние от спортсмена до мишени – 10 метров. На каждый выстрел давалось меньше минуты. Кроме того, шансы попасть в десятку были невелики, ведь ее диаметр составляет 0,5 мм. Но для большинства участников такие условия не страшны. Ведь из 88 спортсменов 14 – мастера спорта международного класса. Да, состав серьезный, как и турнир. Стрельбой я занимаюсь 18 лет. Почему продолжаю? Потому что не могу без этого уже. И хотя, казалось бы, уже давно, наверное, пора закончить, уже когда даже не получается. Меня хватало максимум на 2 недели. Потом я прихожу снова и не могу уйти. Не знаю, не могу без этого вида спорта, не могу без этих людей. Не получается. Это один из моих любимых стартов, потому что мало того, что он проводится у нас, здесь все так душевно, все так хорошо, приезжают люди из других стран. В общем, нравится мне этот старт. Многие спортсмены не первый год участвуют в этом международном турнире. Например, Владимир Чернов, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе и член национальной команды Республики Беларусь, отмечает, что для него этот турнир является знаковым. Не первый год уже выступаю на этих соревнованиях. Они у нас ежегодные. Это турнир памяти директора ШВСМ Хатько. Очень знаковое соревнование, потому что он сделал для Брестской области в пулевой стрельбе очень много, и в принципе для Брестской области. Я хоть лично не был знаком, но благодарен этому человеку, потому что благодаря ему есть вот эта база. Возможно, если бы этого всего не было, и меня бы не было здесь. Каждый соревновательный день участники турнира показывали достойные результаты, что в очередной раз доказывает высокий уровень подготовки спортсменов.